Can you feel the love tonight? Что, вам не нравится, как я пою, а? Вас это бесит? Ну-ка, подойди сюда. Тебя это бесит? Может быть, так бесит, что ты хочешь меня убить? Ну, как минимум, эта игра хочет меня убить, ведь это The Karaoke от Chillus Art. И давно мы с вами не играли в игрушки от Chillus Art. И эта игра на русском языке, а значит, переводить ничего больше не придется, и будем сразу сходу читать все, как задумывал того автор. Итак, новая игра, Loading. Это история со времен, когда я ходила в старшую школу. Я была членом баскетбольного клуба, и, как обычно, после занятий в клубе я тренировалась со своей хорошей подругой. В тот день после тренировки мы должны были пойти в караоке. Вот она сказала про караоке, да, я просто чуть раньше прочитал. Значит, это баскетболистка... Опа, мы в спортзале. Баскетболистка, которая ходит в караоке, чтобы расслабиться после тяжелой тренировки. А вот наша подруга. А вот наша сенса адовая. Давайте-ка уберем это все безобразие и поставим нормальную человеческую сенсу. Ну, я не такой, как японец, они очень быстрые. Вы видели хоть какое-нибудь аниме? Там все делается настолько быстро, и поэтому такие фу-фу-фа-фа-фа! Здравствуйте. Что я должен сделать? Поговорить с тобой? Давай тренировать штрафные броски. А, мы еще не закончили, мы только начнем сейчас, да, давай. Я боюсь этой подруги. Вы видели, как она поворачивается? Она продолжает тренировать броски. А кто подает ей мяч? Ну что это за броски? Здесь все не так, как у людей. Очень странно. Ну-ка, давай! Я твой тренер, на самом деле. Давай, Моэка! Моэка! Как тебя зовут хоть? Моэка! Давай! Я так и сказал, давай! Оп! Ну, била! Как я тебя учил? Давай, нормально бросай уже, ну! Оп, сгруппировалась, швырнула. Есть! Вот, хороший тренер вдохновляет учеников на правильные техники, на правильные броски и на победу. Но сам он, конечно же, уже не в возрасте и не в форме. Ну, а зачем? Я же тренер. Мне достаточно просто наблюдать и координировать. Вы видели у профессиональных боксеров какие тренера? Это что, какие-то мега-качки? Мега-накачанные супер-боксеры? Нет, как правило, старперы какие-нибудь, как я. Которые уже особо сами ничего и не могут. Но все равно как-то обидно перед ученицей так позориться. На тебя! Это сработало! Она даже не обиделась. Это штрафной бросок, штрафной тебе в дыхалку. Колено! По горбу! Это все штраф, который ты заработала. Опа, застрял! Моэка, он застрял у тебя, прикинь? Что не так с этой корзиной? Воу! Я попал, что ли, или что произошло? Нам уже пора идти. Эй, вы двое! О, блин, это наш тренер. Я самозванец. Вы вообще смотрели на часы? Вам пора домой? Ой, блин. Я здесь приберусь, а ты иди собирайся. Всегда приятно, когда кто-то вызывается прибраться вместо тебя. Окей. Параграф сохранен. Куда нам нужно, где переодевалки? Какие-то CD-диски. Абсолютно раз... Strong Road. Сильная дорога. Мой любимый трек. Сильная дорога. Ага. А это что? Нам не сюда. Нам вот только сюда нужно. Так, вот наше барахло. Мы переодеваемся. Блин, последние игры, которые я играл от Chillus Art, были просто жуткими. Посмотрите, вот здесь. Вы тоже обосретесь. Я вам гарантирую, друзья мои. Что мы делаем? Мы все одеваем на себя. Берем наш любимый гель для душа. Розовенький. Пахнет розами. Поставить обувь. Ну все. Все. Кажется, мы переоделись. А где Моэка? Моэка! Моэка! Надеть обувь. Обувь Моэки осталась. Она осталась с тренером. Что он с ней делает? Он ее запряг дальше отрабатывать броски, потому что он видел, как она лажает. Что я должен сделать? Задание. У меня никаких предметов с собой нету. Выйти я отсюда не могу. Я здесь заперт. У дьявола. Стоп. Открыть шкафчик, да. Опа, секрет. Ключ Моэки. Зачем он мне? Куда я его должен впихнуть? Окей,
Наверное, вот сюда. О, да, работало. Погодите, от чего мы взяли ключ? А, нет, все, мы его применили. Почему у Майки ключ от этого места, а у меня его нет? Она что, особенная какая-то? Или, может быть, ее оставили как за старшую, чтобы она прибралась? Сходить за велосипедом. За велосипедом я иду. Вот он. Так, никто за мной не наблюдает, надеюсь. Ну его нафиг. Велик вот стоит. Сесть на велосипед, конечно. Убедись, что сидушка на месте. О, неприятно. Неприятно. Приятно. Мы сейчас покатимся на велике. Кайф! А что такая музыка неприятная? Я так полагаю, что мы постоянно ездим этой дорогой. Почему нам сейчас вдруг страшно стало? Police. Здесь полиция. Это хорошо. Это радует. Это. Погодите. Вы думаете, что я такая трусливая девочка и не заеду в этот темный страшный переулок, чтобы найти некую пасхал... Погодите. Так, я правильно сделал? Я правильно иду по сюжету? У-ху-ху. Да я же не знаю, где мой дом. Вообще понятия не имею. Это чей-то дом. Тут все чьи-то дома. Вау! О нет, износил мобил. Как мне слезть? Это чей-то дом. Ладно, это не мой дом. Я не хочу. Ну ладно. Поехали. Сэр. Я маленькая девочка, катаюсь на велике, заблудилась, не знаю, где мой дом. Чей-то дом. Ну, прикол, конечно, караоке. А, мы же караоке собираемся. Чьи собаки? Я боюсь собак. Я очень боюсь собак. Где она? Уйди! Да она во дворе, она с заграждением. Вообще все... Вот сюда нам нужно, 100 пудов. Давай. Какой безопасный и простой. И очень, очень комфортабельный путь до караоке. Блин, ну с собакой, конечно, это не жесть. Блин, я, получается, с самого начала правильно ехал. Я всегда ехал правильно. Ну, потому что я... Мой персонаж, я знаю, где караоке. Я 100 раз там была. Опять это он! Только его и видно здесь. Опа! Звонок. Но звонок мой. Дын-дын-дын. Алло. Алло. Э! Извини. Меня задержал тренер. Так что можем начинать. Можешь начинать петь без меня. Ладно, но ты в порядке? Со мной все будет хорошо. Увидимся позже. Что значит со мной? Что за ответ? Со мной все будет хорошо. Что сделал с ней тренер? Что между тобой и тренером? Вот вопрос какой. Мне не нравится, что здесь этот фургон гоняет. Ладно, я не буду ехать по дороге. Ну его нафиг. Ну его нафиг. Ау. Это караоке 24 часа. Начинай петь без меня. Такое ощущение, как будто это еще одна тренировка. Типа, ты не должна пропускать пение. Давай, пой. Ведь суть караоке в том, чтобы угарнуть с друзьями. Нет. Так. Что тебе надо? Че ты гоняешь за мной? Зачем тебе такие тонированные стекла? Ладно. Я слежу за тобой. Ты думаешь, ты следишь за мной, а это я слежу за тобой. Я все еще слежу. Где вход в дверь? Где вход, блин? Как войти? Сэр, не подскажете, как войти в клуб караоке? Нет? Может быть, вот это? А. Это же окна.
Ладно, это, наверное, такие раздвижные двери купе. Ну что ж, я готов петь. А может быть, чел, который на фургоне, уже здесь? Сотрудница? Мужик. Это он. Это стопудов он. Так, давай работай. Что ты по телефону болтаешь? Прошу прощения. Да? Мне нужна комната для двух студенток на 2 часа. Хорошо. Комната 12 к вашим услугам. Не стесняйтесь брать напитки из бара. О каких напитках идет речь? Комната 12, комната 12. Значит, хорошо, 22. Прикольная атмосфера. О, мой гад. Да, 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 отвечай, мой эко. Нет! Не приближайся ко мне! Что? Я не слышу тебя. Алло, ты меня слышишь? Не. Она прям рядом? Или это телефон? Она как будто бы отсюда откуда-то звучала. О нет, тренер добрался до нее. Блин. Пятнадцатое. Двенадцатое. Заходим. Че, мы никак не отреагируем на это, на то, что сейчас произошло? Это было... Стоп. А, это пульт, где выбираешь песни. Спеть песню? Конечно. Буду петь песню в гордом одиночестве. Итак. Lost Demon. Пропавший Димон. Rest. И пройдемся в будущее. Ripe fruit. Какой-то фрукт. Easy mode. Не знаю. Давайте обычную. Громкость окей. Что за калибровка? ASD. Управление. А вот здесь не подскажете, что нажимать? Ладно, я нажму «Пропавший демон». Петь. Ох, копирайт сейчас будет мне на YouTube, да? Погодите. Было написано ASD, а теперь написано RFV. RFV. Очень удобно. Ладно, в принципе, на самом деле, довольно-таки удобно. Понеслась, нажмите RFD, чтобы попасть в ноты, идущие справа. А, я думал, я буду петь прямо в микрофон. Вы можете изменить сложность калибровки и другие характеристики на экране планшета. Итак, F. Такие звуки. В смысле? Как я там промахнулся, если я вроде как попал? Great, 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 great. Промах! А! Та-та-та. Да, господи. Та теля те. Эй, коне. I said fuck me in the ass. Ты что так сложно? Ладно, меня за это никто не накажет. Я же для своего удовольствия. Кто ты? Я же свое удовольствие все делаю. Будет смешно, если это не звук кнопок, а это я такой голос у меня. Блин, караоке для глухонемых, походу. Кот в огне. Я все мимо. Все время мимо живу. Ну, черт меня дери. Пять промах. Тут такая четкость нужна. Прям тютелька в тютельку. И вот он, пропавший демон. Вы спели. Ну здорово, ну здорово. Сколько очков у меня? Сколько очков у меня? Давай. Давай, не жалей меня. Скажи, как есть. Скажи, как есть, мексиканская белка. 52,29. Это мой средний балл. Нормально, нормально. Меньше всего промахов у меня. Хорошо. Нажмите экран, чтобы
закончить. Пойду возьму напиток из бара. Конечно, мне же нужно немножко уверенности набраться и начать петь как бог, как богиня, как прекрасный павлин. Нет, он поет хреново. Бар. Стоп, комната для отдыха и персонал заперт. Черт подери, заперт. А где бар? А вот и напитки. Так, какой нам взять? Взять напиток. Льда насыпали. Налили. Все, мы пьем. Стакан с напитком, да. Теперь, видимо, нужно вернуться обратно в комнату. Ты че? Ты кто? Где твое лицо? Можно я пройду, сэр? Спасибо. Не нравится. Мне не нравится. Это чел из фургона. 100 пудов. Что? Видимо, я уже приносил один. А, кто-то стакан поставил в мою комнату. Спеть песню? Ну, конечно, почему нет? Сейчас под напиток. Зачем? Я зачем на него смотрю? Ну, давайте я выпью. Нет! Зачем я это... Черт! Дура я, дура наивная! Выпила рандомный стакан. Все, меня сейчас понесет. Окей, да давай споем в будущее. 5. А, я уже чувствую, как напиток разгорячил меня, расслабил. Немножко грула. Да, я промахнулся. Твою мать. А ну-ка, быстро. Давай, нормальный кропочек. Та-та-та-та. Каждый раз, когда слышу такие песни, кажется, как будто я сейчас начинаю смотреть какую-то анимешку клевую. Всегда мечтал сделать свой сериал какой-нибудь или снять какое-то видео, где было бы все стилизовано под заставку из аниме. Вообще кайф. Почему я ни разу этого не сделал? Надо сделать будет. Надо обязательно сделать будет. Я так понимаю, нет вообще значения, как хорошо я пою или нехорошо. Потому что, конечно, все, я просто умру. Разве мы все не умрем когда-нибудь? Эх. Поэтому главное, ребят, делайте. Главное, пойте как хотите. Неважно. Получить удовольствие даже от промахов, даже от неудач. От всего нужно получать удовольствие. Стараться, по крайней мере. И видеть всем, во всем положительную сторону. Вот такая мудрость от фиолетовой белки мексиканца. Кастарида. Мой эко скоро будет здесь. Ты что, не слышала, как она по телефону говорила? Нужно принести каких-нибудь закусок, чтобы мне заказать. Ну давай, пойдемте закажем что-нибудь. Надо дотронуться до панели. Дотронулись? Да не хочу, все. Я хочу встать! О! Встал. Погодите, телефон. А, нам сейчас принесут. Да. Я хотела бы кое-что заказать. Хорошо. Что вы желаете? Мне кажется, она раздражена. Я так вижу этого персонажа. Пиццу, пожалуйста, жареную курицу, пожалуйста, такояки, пожалуйста. Блин, я бы сейчас сожрал пиццу. Я уже так давно не хавал пиццы и бургеров не жрал. Я сейчас слежу за своим здоровьем, друзья. Надеюсь, вам не видно, что я немножечко стройнее стал. Не обращайте внимания на этот мерзкий прыщ, он внутри вскочил. Я не просил, не заказывал этого. Но вот так вот уж происходит иногда в жизни. В общем, да, я сейчас... Спортом чаще стал заниматься. Да, я сейчас реально стал больше следить за своим здоровьем, потому что к врачу ходил, он сказал много неприятных вещей, такой типа, Женек, хана тебе скоро. Я такой, блин, надо за себя взяться как следует, и поэтому отчасти и видосы так стали реже выходить, потому что
Приходится время здоровью уделять. Итак, сотрудница караоке поняла меня. Это займет 2-3 минуты. Вы девушка из 12-й комнаты, верно? Это униформа. Ученица старшей школы, да? Да. Ну, это она просто для ориентира, я так понимаю. А мы тем временем что должны сделать? 2 минуты! У нас как раз таки еще есть возможность спеть песню. Прекрасно. Давай, запевай! Запевай. Песня называется... А можно что-нибудь еще другое? Нет? Нет, только вот эти песни. Окей, ладно, давайте запевайте Let's Walk. Давай пройдемся. Окей. Ну что ж. Да песня ты еще не начала. Че я начинаю там чпокать? Ты, панк-рок. Как будто молодежную комедию смотрю. Да-да. Папа. Good. Я буду на бэк-вокале. Оп! Попал. Оп! Оп! Все, все вообще дерьмину просрал. Good. Главное, что good. Not bad. Еще не хватает надписи. Черт! Вышел, сказал! Вышел! Поставить на паузу. Как прикольно, что музыка при этом продолжала играть, и такая непринужденная обстановка, и при этом очень жутко было. Как выход. Я хочу выйти! Но он испугался меня, когда я закричал на него, потому что у меня уже голос такой натренированный и запесенный. Я как ему басом своим вышел, и он вышел. Ну встать-то я могу, я хочу встать. Пожалуйста, встань. Или я не должен вставать? Блин, я, видимо, не должен вставать, хорошо. Он запорол мне песню, давайте споем отдых. Немножко отдыха, ладно. Краем глаза посматриваем, окей? Ой, я же пропустил все. Надо аккуратней. Ты, господи. Сейчас будет стрёмно, если внезапно визуал на экране станет каким-то стрёмным. Great. Просто great, мне говорят. Вот уже, что это такое? Что это танцует? Черт, за душу берет, честно. Приятный мотив. Как будто смотришь последнюю серию аниме, и там показывают все, что происходило за все это время. И ты усвоил какой-то важный урок жизненный. Да, определенно вдохновляет. И я даже уже забыл про этот инцидент с дядей, который вошел только что. Он показался мне довольно-таки безобидным, потому что он испугался меня. Он не ожидал отпора от такой сильной женщины, как я. Такая сильная, независимая, такая вся, зная тебе цену. И которая при этом пьет из стаканов чужих. Безмозглая ты дура. Это ж я при себе говорю. Смотрите, я уже, видите, как приноровился. И попадаю. И не попадаю. Но главное, что я что-то жму. Неважно, попадаешь ты или нет, как я уже сказал. Главное, что все равно какое-то количество очков ты заработаешь. Это жизненная очень, друзья, жизненная философская мысль, мудрость. Впитывайте, пока я здесь. Потому что, если бы ты вообще не спел, у тебя было бы 0 очков гарантированно. А так, хотя бы одно ты точно заработаешь. Это уже больше. Это уже больше на целое 1 очко. Прекрасно. Черт, я сейчас расплачусь, без шуток. Прям. Классная игра, мне нравится.
Мне нравится, в ней есть душа. Потому что в этих песнях есть душа. А возможно, на Ютубе мне за это кинут жалобу. И демонетизация будет. А ее и так на Ютубе толком нету. Еда еще не готова? Нужно позвонить. Вот серьезно, серьезно, что за говно? Что за говно? Так, нажмите, чтобы встать. Да я уж... А, вот. Вот как надо вставать. Все, я разобрался. Твою мать. Где моя пицца? Она уже мертва, да? Не отвечает. Пойду спрошу у нее лично. Не. Не. Ну ладно, здесь еще есть люди, и музыка же играет. Там темно. А, в эту сторону. Погоди, нет. Сюда? Чё? Что-то изменилось? Ничего не понимаю, погодите. 12-я комната. А, вот сюда нужно идти. Мисс? Мадам? Ее здесь нет. Может, она в комнате для персонала? Комната для персонала. Я так и знал, что я туда пойду. Где комната для персонала? Я не вижу ни хрена, здесь темно. Стоп! Давайте подумаем еще раз. Где комната для персонала, может быть? Где она была-то? По-моему... Здесь? Черт! Я запутался. Ладно, давайте просто пойдем и будем искать. Искать, искать, искать. А, вот ты где. Прям рядом. Нифига себе. А, прошу прощения. Ничего не слышно. Попробуй войти. Опа. Здрасте. Ты не можешь просто так сюда заходить. Эта комната только для сотрудников. Ты что, читать не умеешь? Что? Мой заказ не пришел. Там была еда, да? Она уже должна быть на твоем столе. Что, хочешь сказать что-то еще? В смысле, там была еда. Естественно, там была еда. А конкретно какая еда? Я пиццу заказывал, между прочим. Извините. Ладно, пойдем к себе в комнату. Ну, а, видимо, пока я выходила... Туда уже все принесли. Почему? 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 Боже мой, он опять, вот тут харкнул мне в пиццу. Ублюдок, вернись. Да почему ты в моей комнате тусишь? Где пицца? Что? Картошка фри? Это не то, что я заказывала. Тот парень что, один из сотрудников? Погодите. И все? Я просто это схаваю? Не в плане еду, а в плане отношения такое к себе. И снова тупо сяду петь. Какая скромная. А как же стоять за себя? Да, я буду жрать. Ладно. Ну ты, конечно, девчонка моя. Тебе тут мусорное ведро с объедками оставь. Тоже будешь жрать. Фу! Картошки что-то есть. Я же говорил, харкнул мне туда. Что это? Адрес электронной почты? Мерзость. Пиши в любое время. Пиши в любое время. Фу. Адрес электронной почты. Это омерзительно. Стоп, что? Песня. Папа. Это та самая, которую я не включал. Ну давайте споем. Он хочет, чтобы я спел именно ее. Это его любимая песня. Видимо. Все мимо. Почему мимо? Смотрите. А, нет, все, нормально. Я думал, что-то страшное происходит. Но она как-то не особо синхронизирована, я так скажу. Как-то рандомно все это. Нормально получается. Опа, оп, оп, great. Комбо 20. Прикиньте, комбо 20 было. Оп. Это рекорд, потому что я уже опытный, я умелый. Но без мойки как-то хреново.
А к чему была эта история с баскетболом вначале? Я не понял, если честно. Выйди отсюда! Чё за прикол? Хватит! Хватит! Что происходит снова? Нет! Напиток подействовал. Моэка. Алло, Моэка. Ты опоздала, я уже начала петь. Мира. Я... Я не приеду в караоке. Что случилось? Эй, алло. Что случилось с электричеством? Это типа я фонариком свечу? Куда ты хочешь, чтобы... Дай в комнату... Чё, теперь мы не пойдем в комнату персонала, конечно же. Может, ну его нахрен, давай домой. Глупая Мир, ну что ты творишь? Не, так не говорите, что я должен сам пойти сейчас починить электричество. А что за музыка была? Она вот здесь. Телефон. Телефон Мир Моэки. Что это? Телефон Моэки. Что он здесь делает? Блин, я в углу стою, страшно. Я домой. Я домой. Уходите. Или закрыто, или заперто, я не знаю. Что ты должен делать? Только не говорите, что я должен буду бегать от него. Я боюсь бегать. Если игра передаст мне управление, когда нужно будет что-то делать, я испугаюсь. Нет. А-а-а. Ладно. Ладно. Что еще? Что я должен сделать еще? Погодите. Телефон. А это чей? Слышите? Тихо! Слишком тихо. Слишком тихо. Что это? Черный вход, черный выход. Открой, блин. Открой, блин! Нахрен. Может быть, надо в свою комнату пойти? Свою не могу. Туалет. Да мне идти. Блин. Последний телефон лежит. О, нет, не надо, мужик. Он смотрит на меня. Почему? Моэка, что случилось? Почему? Ты не помогла мне. Я столько раз тебе звонила. Но уже слишком поздно. Кто это? Это кто? Это Моэка стояла или нет? Ха. Так. У меня же телефон, звони в это, куда-нибудь, в полицию. Папе, маме звони, кому угодно. О, боже мой. О, что это было? Такой-то дядя был. Фу, я ж пропотел. Ох. Как долго я была в отключке. Кто-то звонит? Прости меня, Мира. Алло, Моэка. Фотография, которую я тебе отправила. Он заметил это.
Прошу, беги оттуда! Он идет к тебе! Фотография? Что за фотография? Чувствую себя не очень. Нужно сходить в уборную. Он же идет за мной! Мне же сказали. Мне же сказали, беги! Какого дьявола я не бегу? О мой бог. Так, я на унитазе? Хорошо. О какой фотографии она говорила? Еще так раз приходит на телефон фотография, как я сижу здесь, на толчке. Она и правда отправила мне фото. Что? Что это? Тренер? Может ли это быть? Нужно позвонить Моэке. Я надеюсь, я закрылась? Моэка, будьте поскорее. Что? Она не отвечает. Что-то темно! А, все, мы вышли. Ладно, видимо, нам нужно что-то сделать. А, все, руки мыть не будем? Ну ладно, окей. Что же мне делать? Домой вали. Тупица ты моя маленькая. А, ее снова здесь нет. В смысле, что? Дверь заблокирована. А, ее снова про работницу, наверное, сказали. Чел заблокировал. Это даже не фургон уже. А я фургона боялся. Окей, и что теперь? Пойдемте в комнату, наверное, к сотруднице, да. Войти? Конечно, войти. Ты вообще ведаешь, что... О, ее здесь нет. Диски. Это все диски. Камера наблюдения. О боже. Нажмите любую... О боже! Тренер! Он в черный... Он черный вход. Он знает, что я смотрю. Он видит, что я смотрю. Тренер здесь. Нужно вызвать полицию. Давай, гоу, полицию! Происходит. Ага. Полиция сказала, что они приедут через 4 минуты. А пока мне нужно... Нажмите Си, чтобы красться. Да ладно! Это уменьшит поле видимости врага и громкость ваших шагов. А как он видит? Я же не понимаю, как он видит. Ох ты, тварь. Букурика! Спрятаться! Я наступил на Бокуника! Это осколки стекла по-японски. Вот еще блювотня какая-то. Просто ждем. Да, просто ждем. Он уже проверил. Здесь значит, что он больше не придет. Что он там мне говорит? А, нет! Нет, погодите, надо выйти, надо выйти. Не зря же... Да, не, видите? Сердце бьется быстрее. Спрятаться. Он здесь. Или нет? Выходим. Пожалуйста, не открывай эту гребаную дверь. Это мужской туалет, кстати говоря. Черт! Не трогай меня! Пойман! Букуника! Окей, валим сюда.
Мне кажется, проще не где-то прятаться в комнатах, а ходить. Ага, вот он. Ха-ха-ха, убийца. Вот бы узнать, что он говорит. Кто знает японский, переведите в комментах. Я буду стоять здесь. Ха-ха-ха, тупой тренер. И что, он будет туда-сюда ходить, как дебил? Отлично, если так. Если так, то просто замечательно. Воу, ноу, 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 ноу. О, блин! Видел, я в стойку уже встал, я был готов бить! Но я кот. Мяу. Погодите, я нашел какой-то ключ. Однако я наступил на осколки стекла, он меня не заметил. Пожалуйста. Пожалуйста, уходи отсюда. Черт, беги! Ладно, я запаниковал, надо было сидеть. Сидеть просто. Боже мой, это самые долгие 4 минуты в моей жизни. Как вредно ты меня дадзу? Не смотри, не смотри вниз, не смотри под стол. Как же долго время идет. Хорошо, я буду здесь ждать. Буду просто здесь ждать. Окей, я пошел туда, я вижу его. Минута осталась. Есть! Что за нахрен? Что за нахрен? Ах ты ж сволочь, он выключил свет везде. Мне делать? Кейсас ёби ягатте. Нет. Куко итта? Ксо! Нет! Пожалуйста, не горячись. Он ушел туда. Полиция. Пожалуйста. 10 секунд. Мне идти! Он идет сюда! Под стол! Когда я увидела полицейских, мое тело сразу же расслабилось. А позже я обнаружила себя лежащей на больничной койке. Полиция установила, что тренер изнасиловал более 10 учениц. Когда меня навещала подруга, она рассказала, что его сразу же поймали. Моя подруга прошла через многое. Она до сих пор травмирована произошедшим. Даже сейчас она избегает любое нахождение рядом с мужчинами. Она медленно идет на поправку. Но я точно знаю, что страх все еще живет внутри нее. Концовка 6 из 6. 6 типов концовки. Угу. Прикольная игра. Оказывается, даже не нужно было бояться того парня, который забегал к нам в комнату. Бояться нужно тренеров. Ладно, это был эмоциональный такой роллер-костер. Довольно-таки было напряженно. 4 минуты, господи, какие они были долгие. Я не знаю, может быть, есть возможность тренера как-то убить? Может быть, попробовать? Смотрите, есть что-то после титров. Время. Койка. Бардачок автомобиля. Нож. Ключ. Койка. Время, нож, ключ. Что это значит?
А еще и бардачок. Скорее всего, то, что мы видели после титров, это как бы нам намекает, как получить остальные концовки. Я сейчас бегло покажу эти концовки и как их получить. Значит, нам нужно посмотреть на эти часы. Что, уже так поздно? Все. И мы такие, все, поздно. Давай тренировать штрафные броски. Да, уже очень поздно. Ой, точно. Я вообще не следил за временем. Да, таким образом она не останется одна с тренером. Я займусь мячами, а ты вымой пол. Пол. Мы входим в кладовую, и здесь мы найдем с вами швабру. Где мой... Мойка. Ладно, я мою пол. Вот так. О, сколько грязи здесь. Она, видимо, пошла убирать мечи. Вот так мы вымыли весь пол. Нам даже не дали до конца домыть. Закончила? Спасибо за помощь с уборкой. Теперь давай переоденемся и сможем ехать в караоке. Видите, уже что-то иначе. А где она? О, извините. Я немножечко так буду смотреть, но чтобы убедиться, что с тобой все в порядке, тебя никто не украл. Хорошо, мы переоделись, она переоделась, и теперь нам нужно открыть шкафчик и ключик взять ее. Чтоб, типа, она не вернулась обратно. Пойдем. Ну что, готова? Ага. Отлично, поехали в караоке. Теперь мы там будем вместе, как кооперативная игра получается. Все, идем, выходим. Ух ты, как прикольно. Ты где? А, она, возможно, ждет нас уже возле велика. Так, здравствуй. О, нет, не могу найти ключ. Видимо, я оставила его в шкафчике. Езжай пока сама. Нет, ты оставила свой ключ в шкафчике. А, что? Спасибо, я тебе отдаю. Тогда поехали. Круто, все, мы теперь вместе навсегда. Мы отпустили весь стресс от учебы и внеклассных занятий. И просто пели от всего сердца. Мы чудесно провели время. И вернулись домой до 10 вечера. Веселая была ночь. Концовка 2. А, вот так! Поскольку мы теперь были не одни, все было хорошо. И вот мы поем, смотрите. Моэко поет, я хлопаю. И сцена после титров, хорошо, вот, нам показывают. Под этой скамьей что-то лежит. Идем на концовку номер 3. Мы с Моэкой весело переодеваемся, и сейчас мы найдем что-то очень неприятное. Сейчас мы узнаем жуткую правду, а именно что... Это еще что? Кто-то снимает здесь видео. Кто вообще будет таким заниматься? А? Почему ты все еще здесь? Ой, да я ухожу. Нельзя ему говорить, что мы нашли, он разозлится. Скорее иди домой. Я хотел бы тебя подвезти, но... У меня еще есть дела. Удачно тебе добраться. Хорошо, я прямо сейчас пойду домой. Полицейский участок недалеко. Нет времени идти за велосипедом. О, мы пешком пойдем. В смысле нет времени? Так мне кажется, ты больше сэкономишь. Покинуть? Да. Так же быстрее, на велике. В какую сторону? Скорее всего, сюда. Ой. Что? Эй! Нет. Что это у тебя там? Покажи. Что же мне делать? Нужно бежать. Ой. Эй, куда собралась? Воу! Боже мой, какой он быстрый! Давай, беги! Мира, беги! Не оборачивайся! Полицейский, где ты рядом? Вот он! Скорее, полис! Туса! Туса! Нет никакой тусы!
Я передала камеру полицейскому и рассказала обо всем, что произошло. Ау, ударился. Я была вне себя, поэтому сразу же написала подруге. Полицейский любезно выслушал мою историю и решил провести расследование. Позже он мне сказал, что они не смогли выяснить, кто это сделал, так как на камере были только мои отпечатки. Они пообещали усилить патрулирование школы. Это был сумасшедший день. Мой телефон разрывало звонками от подруги. Но я не смогла ей ответить. Я была в полнейшем шоке. Начиная с того дня, моя подруга была в подавленном состоянии. И затем она покончила с собой. Не оставив ни записки, ни чего-то еще, что произошло с ней после инцидента. Хотела бы я тогда ответить на ее звонки. Эгоистка, блин! Она была в шоке, не могла подумать об остальных, сразу сказать, что вот жопа, это же понятное дело, что этот тренер поставил. Он же бежал за нами. Я до сих пор не могу избавиться от чувства вины за то, что случилось. Концовка 3 из 6. Концовка номер 4. Также обнаруживаем камеру. И в этот раз мы говорим тренеру все как есть. Я нашла это в женской раздевалке. Как ты это объяснишь? Что это? Отдай мне, я сообщу об этом в школу. Ах, прикидывается, гад. Ты ведь больше никому об этом не говорила, да? Думаю, что никому. Вот и не говори, вдруг они испугаются. Уже довольно поздно. Я тебя подвезу. Моэка тоже ведь здесь. Вы ее не видели? Моэка? Ты о чем вообще? Моя машина только на двоих, так что я попрошу учителя Сасаки довезти ее до дома. А тебя отвезу я. Так что иди садись в мой пикап. И поставь свой велосипед в кузов. Вот ключ от моего пикапа. Окей, поставить вот пикап. Ага. Тот самый пикап, который потом заблокировал нам выход из караоке-клуба. И что, мы прям возьмем и сделаем это, да? Хорошо, ставим. Садимся, видимо. Садимся. Че, просто сидим? А, бардачок! Что это? Заглянуть в папку? Заглянуть. Что за... Что это? Боже мой! Это же девочки со школы! Я должна отнести это в полицейский участок поблизости прямо сейчас! Полицейский участок недалеко. Нет времени идти за велосипедом. Да, блин, он рядом. Ну ладно, мы добежим. Главное просто бежать. Да. Теперь у нас есть улики. Ведь этот дневник весь в отпечатках тренера. Куда ты собралась? Я же сказал ждать меня в машине. Нет! Скорее! Ты попался! О, в тюрьме с тобой такие прикольные штуки будут делать. Тебе понравится. Бэч. Скорее, 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 скорее. От. Дуса. Он, видимо, говорит, что случилось. Когда я попыталась заговорить, ко мне подошел полицейский и сказал... Вы можете рассказать мне обо всем, что произошло, как только немного придете в себя. Никогда не забуду этот момент. Помню, как показала ему фотографии и рассказала все, что знала о камере и тренере. И прежде чем я успела все осознать, они поймали его. Есть! Все были в ужасе от того, что тренер на такое способен. Затем школа пригласила консультанта, чтобы помочь всем пострадавшим ученикам. Я просто надеюсь, что что-то подобное больше никогда не повторится. А, это пятая концовка, извините. И посмотрите, что у нас.
Есть заставочка? Вот, там разбирательство идет. Опа, его схватили. Муэка. Жива-здорова. Так, мы пропустили четвертую концовку. Давайте теперь пойдем на нее. Итак, концовка номер 4. Нужно согласиться с тренером, а точнее показать ему вот эту штуку и просто сесть к нему в машину. Все, садимся и просто терпеливо ждем. Ничего не делаем, не любопытствуем. Ждем нашего доброго тренера. Он нас многому научит. А где Муэка? Мы же с ней переодевались. Куда она делась? И велик ее здесь остался. Видимо, он сейчас с ней разбирается и потом придет к нам. О! Как ты это сделал? Извини. Матасы заставил дали. Тебя ждать. Джайку. Поехали. Я до сих пор не могу заставить себя рассказать кому-то о том, что случилось со мной тогда. Это слишком невыносимо. С тех пор я боюсь мужчин. У меня никогда не было парня. Мне очень тяжело. Я просто надеюсь, что существует хоть один человек, который сможет понять, через что я сейчас прохожу. И искренне надеюсь, что в этом мире будет меньше таких, как я. 4-6. Блин! Жесть, короче, это все неприятно. Неприятно, на самом деле. Не понимаю, откуда берутся эти сумасшедшие люди. Итак, последняя концовка, которую мы получим сейчас, оказывается первая самая. То есть первый раз я получил самую последнюю концовку. Сейчас же мы направляемся в караоке-бар снова. Весело поем песенку! И вот мы подбираемся к первой концовке. Сейчас придет тренер. И нам нужно как раз-таки тот ключ, который мы тогда еще в начале нашли. Его надо использовать. А вот и тренер идет по мою душу. Тренер здесь! Нужно вызвать полицию. Окей. Сейчас мы будем действовать очень оперативно. Надеюсь, у нас получится с первого раза. Просто тихонечко ползем. Главное, не наступать на осколки. Секунду. Достанем? Отлично. Он ведь сюда идет. Боже мой. Есть! Отлично. Очень хорошо. Идеально идет. Идеально идет. Я хрень намутил, берем нож. Тренер проклятый. О, все, он у меня в руках. Негодяй. Ну, вот фитнес-тренер никогда бы так не поступил. Пожалуйста, давай. Давай. Немножко осталось. Есть! Давай, бей! Мы что, переместились в другое место, что ли? Оп! Фига, он достойно принял удар. И на осколки стекла прям упадет. Как красиво умирает. Смотрите на него. Очень мягко упал. В слоу-мо. Здесь мы это сделали. После прибытия полиции тренер был отправлен в больницу. Мы не убили его! Мы убили его! Где и скончался. Это было расценено как случай самообороны. Так что меня ни в чем не обвинили. Я вообще думаю, как тренер организовал все это? Там же были люди в караоке-клубе. Был ресепшионист. Странно. Чувство вины от того, что ты забираешь чью-то жизнь. И облегчение от того, что жертв больше не будет. Меня накрывает волна эмоций. Это невозможно. Но для меня это был единственный выход. Я до сих пор не могу избавиться от того чувства. Воспоминания преследуют меня, словно зацикленный кошмар. Наступит ли когда-нибудь день, когда я смогу от него освободиться? Одна из шести. Так, мы получили все концовки. Отлично, тренер скончался. Опа, куда это мы едем? С кем мы это едем? А, мы сами едем. Фу.
Я ж привык, что левый руль должен быть, а у нас он справа, да, мы рулим. Мы рулим, понимаете? Вот что означает эта концовка. И что же происходит? Что сейчас будет? Куда мы едем? Тренер, ты вернулся? Что? Что? Мицкита. Что это было? А, окей. Видимо, это кошмар, который ее преследует. Или это как с Фредди Крюгером будет? Он теперь будет только в ночных кошмарах приходить и забирать души ваши. Классно, мы посмотрели все концовки. Мне понравилась игра. Как всегда, от ChillisArt ожидаешь непонятно чего. Ты ожидаешь, что всегда будет по-новому. И так всегда и происходит. Очень много эмоций, очень много стрёма, жуткости. В общем, если вам понравилось, друзья, и хотите увидеть больше игр от ChillisArt, во-первых, советуйте мне их, потому что я не знаю всех. И ставьте лайк, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Если у тебя день рождения, то поздравляю. С вами был Юджин, друзья, и всем пять!